Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге в восьмой раз. Это 45 тысяч посетителей и 600 компаний-экспонентов из разных стран. Среди них представители и Ульяновской области. Итогом первого дня стало подписание меморандума о запуске производства автобусов под брендом Isuzu. По условиям документа, на мощностях производственного комплекса «Симаз» уже к концу этого года начнется выпуск городского автобуса повышенной комфортности. Среди удобств – высокие потолки и увеличенное расстояние между сиденьями. Междугородные автобусы будут оснащены высокоресурсными двигателями. Вместимость автобуса будет составлять 52 человека при городской версии. Международная версия автобуса будет 27 человек. Поэтому, в принципе, мы рассчитываем, что данный проект, он будет востребован сегодня нашими перевозчиками. Объем производства составит до 500 автобусов в течение первого года реализации. Продажи будут осуществляться через дилерские сети обеих компаний. Мы достаточно уверенно ставим подобные прогнозы по объемам производства. Парк старый и требует реновации, а спрос на рынке существует. И мы предполагаем, что озвученный порядок единиц в скором времени можно будет удваивать. Еще одно соглашение было подписано с компанией HTM Group. Его суть – создание на территории особой экономической зоны Ульяновской области медицинского кластера. У нас создан китайскими партнерами альянс из 17 производителей китайского оборудования. Три из которых начинают работать с нами на первом этапе, остальные подключаются на втором и третьем. На первом этапе до 2020 года вложения составят 100 миллионов долларов. Уже запланировано производство цифровых рентгенов и высокотехнологичных аппаратов для телемедицины. Один из них был презентован в рамках форума. Аппарат позволяет в полевых условиях измерить параметры сахара, кислорода в крови и давления. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.